Сильная атака СКА. Глотов. Бросает сам. Аликин отбил. Добивание. Гол. Марат Хайруллин. Как же он попал. 1-2. Ну и эти двое ребят, которые в первом круге плей-офф выглядели очень здорово, отмечались набранными очками в каждой игре серии против Нижегородского Торпедо. И сейчас нужна была шайба. То есть даже, как бы, может быть, одна из основных задач была у автомобилиста уйти на первый перерыв, сохранив это преимущество в две шайбы. Понятно, что будет возможность, можно и развить его, но не дать СКА позволить уверенность в своих действиях, а сделать этого не получилось. Лидер СКА буквально в следующей смене после пропущенной шайбы создает момент, и Марат Хайруллин завершает.